Здравствуйте, меня зовут Фарах Дауд. Я учусь на втором курсе на кафедре русского языка в университете Дамаска. Мне нравится узнать ответ на вопросы. Что означает слово абитуриент? Откуда оно появилось? Здравствуйте, уважаемые зрители. В современном русском языке значение слова абитуриент – тот, кто поступает в высшее или среднее специальное учебное заведение, например, в университет или в колледж. Происходит это существительное от латинского причастия «abiturientis» – «собирающийся уходить». Как же так вышло, что значение слова оказалось прямо противоположно его этимологии? Почему для обозначения того, кто поступает, то есть приходит, используется слово, восходящее к глаголу «уходить»? Слово «абитуриент» вошло в русский язык в середине XIX века как заимствование из немецкого – и первоначально обозначала учащегося, оканчивающего среднюю школу. В кратком толковом словаре русского языка, изданном в 1913 году профессором Петром Стояном, читаем: «Абитуриент – гимназист 8 класса, готовящийся к выпускным экзаменам на аттестат зрелости». Вплоть до 1950-х годов слово использовалось именно для обозначения тех, кто оканчивает школу. Однако постепенно у него стало формироваться второе значение – тот, кто поступает на следующую после школы ступень обучения. Для этого были две причины. Во-первых, благодаря растущей доступности образования, покидающие школу и поступающие в вуз или техникум стали в основном одной и той же группой лиц, что открыло возможность для переноса значения по смежности обозначаемых явлений – так называемый метонимический перенос. Во-вторых, для наименования тех, кто уходит из учебного заведения, в русском языке уже было слово «выпускник», а язык, как известно, абсолютных синонимов не любит. Постепенно второе значение вытеснило первоначальное. Кстати, в немецком языке слово «абитуриент» по-прежнему обозначает выпускника средней школы. Русский язык – великий, могучий и непрерывно меняющийся.